Здравствуйте, дорогие друзья! Этот ролик я решила посвятить нашему с вами знакомству. Меня зовут Саламатова Алена, я живу и работаю в городе Новокузнецке, я коренная сибирячка. Я являюсь художником и руководителем творческой мастерской для всей семьи «Мастер-класс». Очень много лет занимаюсь живописью, пишу картины маслом, акварелью, пастелью, работаю в разных техниках. Являюсь участником и лауреатом различных выставок регионального, городского масштаба. Участвовала в международных, во всероссийских выставках, в межрегиональных выставках, выставках-конкурсах. Мои работы находятся в коллекциях Новокузнецкого художественного музея, в галерее Романовых города Красноярска, также в Заочном народном университете искусств города Москвы. И в этом ролике я хотела бы вас познакомить с моей творческой мастерской. Я основала эту творческую мастерскую в своем городе, чтобы обучать людей живописи. Ко мне приходят люди разного возраста. Провожу занятия как для детей, так и для взрослых. Так как по жизни я занималась очень многими видами рукоделия, творчества, разных направлениях, поэтому я здесь преподаю мастер-классы именно по разнообразным видам рукоделия. Здесь я учу детей и взрослых живописи маслом, акварелью, гуашью, пастелью. Также я провожу мастер-классы по сухому, мокрому валянию. С детьми мы шьем очень много игрушек из фетра, занимаемся лепкой, бисероплетением, макраме и многими другими видами творчества.